Хей, йога, и с вами Шумаки, мы продолжаем пройти игру под названием Outlast. Короче, мы на верхних этажах, мы загонимся за Маркусом, этим отцом. Я закрыл дверь, как вы помните. И что я вам могу сказать? Тут один из предохранителей, скорее всего, когда мы его возьмем. Тогда может кто-то к нам ворваться. Опа. И под кроватку. Сердце бьет, значит, кто-то идет. Не зря ж я закрыл эту дверь. Так ведь? Как-то открывать не хочется. Ну ладно. Может, это последнее, что мне нужно было сделать, типа сюда прибежать. Блин, а по-любому нужно? Сейчас такую дверь открываю, там, блядь, чуваки. Я говорю, походу мне нужно было их сюда притащить. И пока они заходили в ту комнату, типа... Ебать. Откуда он взялся? Откуда он знает, что я здесь? Откуда он взялся? Два удара, три удара, четыре, пять. Хорошо, что я там не спрятался в углу. Пропал, пропал. Интересно, кто-то вообще такой? Я не слышу тебя. Я все слышу. Кто это такой? И он тут один? Надеюсь, он сюда не полезет. Куда он ушел? Нам похуй. Так, если сюда, в ящике только. Мне осталось три, ребят. Три батареечки.
слышу тебя. О, блин. Ну, серьезно? Как? Как он меня услышал? Ладно, плевать. Это походу, который из подвала пришел к нам. Его нужно менять позицию. Вы знаете, в чем херня? Он не идет, он не вламывается. Он знает, что я здесь, но он не вламывается. Ладно, пока я сниму этот Night Devourers. Ну, я не знаю, если бы я в такое место попал бы, первым делом суицид. Спасибо. О, видите? До свидания. Я молчу, потому что, ребят, я думаю. Сделаем вид, что ты меня не видел, окей? Так, а теперь вопрос, а куда мне... А, предохранить там, хорошо. Куда наш псих убежал? Я понял. Закрываемся. Батарейки! Мне нужно больше батареек. Ладно, плевать.
Камера, камера, камера. Я не понимаю, где он? Или он вообще убежал отсюда? Я понял. Он поехал. А, он наверх поехал. Каев. Да, он именно поехал. Я заблудился. Подожди. Он вниз или вверх поехал? Пускай вниз. Просто уходим. А куда он мог уехать тогда? Подождите. Если он не здесь, я даже не знаю, ребят. Я попал в тупик. Проект Скрепка. Выдержка. Проект Скрепка объединяет управление, планирование, разведывательной деятельности. Документ 8 из 186. Размещение, бла-бла-бла. Ссылка акта разоблачение нацистских военных преступлений. А, прежде всего, проект «Скрепка» позволяет воспользоваться услугами зарубежных специалистов для решения особых задач, стоящих перед армией, военно-морских флотов и воздушных силами. Проект 63 является по преимуществу программным опережением и желательно полного уничтожения компрометирующих свидетельств. Цель программы – обезопасить работу в Соединенных Штатах для некоторых выдающихся немецких и австрийских специалистов через отрицание факта и их работы на потенциальном противнике. Ясно. Так, ребята, действительно, а куда наш объект мог подеваться? Типа, куда он единственно мог уехать? Не на первый этаж. Подожди, а тут... А, тут закрыто, подожди. Ну? Он вниз поехал, но куда? ГГ. Наверное, это первый момент, когда мы... Я лично... Ладно, я... Не понимаю, что делать, я просто бегаю. Глупо, глупо. Да? Ну ладно. Но приятель сказал, что это глупо. О, батарейка. Кто мог труп съехать? На третий этаж. Давайте представим, что он ниже.
сразу туда в угол бежим, если что. Так, вопрос, ключ от чего? Опа. Почему нас дают? Он один из Привет. Ай. Нам побежали наверх. Понимаю. 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 Почему он столько голосов издавал? А, это от решетки наверх, точно. Травма головы, ребят, сори. Чисто идем вверх. Да у нас батареек не хватает, нам приходится чисто бежать. Не падай, приятель. Идите по кровавому следу. Полута... А, мне ж прямо туда говорят. Иди по кровавому следу. Ну, типа, сколько здесь камера, значит, тут довольно много было репортеров до меня. О, рот, сухни. Но я чё-то ни одного тут не вижу. Ну, логично то, что я туда пойду. Ну, еще батарейка. Чё-то мне батареек много дают. Рано не находите. Пусть он хотя бы уйдет. Какой шанс того, что в горелом доме... Ну, блин, в один проход, по прямой. Все трещит, этот просвечивается пол. Логично, логично. Батарейка. Не, зачем ты прячешься? Батарейка. Ладно, сейчас. Подожди, поменяем. Готово. В принципе, можно пока что и так пройтись. О. Вот почему теперь батарейки показываются? Я не вижу, а увидел. И как-то скримаков стало меньше, заметили? Ну, это, наверное, знаете, типа, они как оттягивают, оттягивают этот момент, чтобы мы потом обосрались.
Держимся стеночек. О, документы. Документы. Мне было обещан розовый сад. Выдержка из дневника Шерли Пирс, пациентки лечебницы Маунт Мессив, с 1952 по 1964 год. Как я мог забыть, откуда взялись эти порезы? Они так болят даже теперь, много дней спустя. Доктор Юхан сказал, что я виновата сама, поскольку подсознательно сопротивляла гипнотерапии. Но я так хочу скорее поправиться. Не знаю, как я могла сделать такое с собой. Доктор Хьюстон говорит, что это просто иная форма моей постельной истории. Бедный Брюс, я заставила его так страдать. Я осторожно попыталась спросить у мисс Джексон, не было ли у нее с мужем подобных трудностей, но она не выносит так. Она не выносит подобных разговоров. Ее муж тоже нашел утешение с женщиной помоложе. Я знаю, что доктор желает нам только добра, а благодаря помощи людей и правительства, которые присоединились к персоналу, я вообще нахожусь в самых лучших руках. Мне нужно просто принять таблетки и лечь спать, с надеждой, что сегодня сны окажутся приятней. Если что, сразу под кровать. Открытая дверь покажет нам. Вот видите, все закрыто, то есть она не подсвечивается никак. Привет, друг. Я иду против сюжета, ребят. Мне кажется, это плохая была идея, да? Подожди, где-то я что-то видел, мигало. Тут еще вот что-то должно быть. А давайте сделаем вид, что я иду на свет. А, подожди. А, не понял. Тут закрыто. А, я понял, я просто дурак. Я просто дурачок. Что здесь должно быть? А, мне нужно записать и это убрать потом. Заметки. Ложь. Знакомый почерк. Отец Мартин убил здесь кого-то. Ложь. Так, ложь, о которых он твердит. Досье пропавшей... Из этих ящиков записки и факты, они похожи на материалы правительства, агентства 30-летней давности или старше. Вспоминается МК Ультра, ЦРУ, назойливое жужжание не исчезает. Значит, мне нужно записать, потом это убрать, чтобы он это записал. Класс. Значит, я много всего пропустил. Ребят, ну сорян. Я невнимательный. Я понял.
Ух, это же два брата-акробата, да? Так, тихо. Тут уже выхода нет. Окей. Я как-то сделал так, что они меня не заметили. Значит, по факту это возможно сделать. Давай, давай. Пожалуйста. Только снова не упади. Тут высоко. Нет, 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 коробкайся, камера, камера. Бля. Карабкайся, карабкайся. Нет, 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 приятель. ГГ. Чтобы отремонтировать. Да ладно. А, я просто в темноту не иду. Понятно. Так, ну пол сломан с той стороны, по факту. Тут что-то есть? Походу зря, да, это я сделал? А нет, выбраться можно, ладно. Посеял камеру, зашибись. Почему местность такая большая? Ты почему-то так пить хочется? Давайте вернем хотя бы камеру. О, да. Спасибо за батарейку без камеры. А стрёмно, да, когда камеры нет? Хотя по факту... Если негде прятаться, хотя можно бежать. В шкафчиках. Ладно, покупались, да, подушка, водичка. А следы, интересно, мокрые не оставляют? Нет, печаль. Печальненько. Буду опять дрыгать ножками, да, пытаться залезть, как тогда, когда мне первый раз шугнули. А, тут чисто закрыто. Главное, в эту темноту он идет, а в другую нет. Значит, там как-то можно... Тише, тише, тише.
По факту меня не должны пугать, потому что у меня же камеры нету. Пидораси. Минус сердечко, блядь. Тут. Ты разговорчивый? А, я понял. Ну, типа... Куда мне идти? А. Я понял, тут тупик. Главное, запомни дорогу, как я буду бежать отсюда. Хотя бежать куда? Типа мне говорят, иди вон на свет. Если он дышит, значит кто-то есть. А здесь большое пространство. Ладно. Камера. Ну? Ну? Не понял. Ох, чувствую, это плохо закончится. Ребят, мне так камеру сломали. Ой, это не моя? Ну ладно. Так, ну я думаю, я не зря ж дорогу запоминал, так ведь? Плевать, я знаю дорогу. Я запомнил дорогу. Поэтому плевать. Так, ребят, ладно, игра сохранилась. Камеру мы с вами вернули. Слава богу. Ладно, здесь был, да, момент стрёмный, когда мужик просто с угла вышел, алло. Это незаконно. Ладненько, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем до следующей серии, друзья. Всем пока.